Конфликт жителей домов по улице Шмидта, 29, корпусов 1, 2, 3 с соседкой длится не одно десятилетие. В последнее время он достиг апогея. По словам Ольги Шадриной, 2 октября пожилая соседка ударила ее камнем по голове. Вот на дороге это происходило. Она налетела на мою маму, пнула ее. Она камень схватила, я это вижу, подхожу, разворачиваю ее к себе, я говорю, что такое? А она в меня камень кидает. Вообще я ее не тронула, я ее не ударила, и ничего ей не сделала. Я так понял, и через несколько дней еще и с мамой? И да, через несколько дней я вижу все это в окно, я проживаю, как бы снимаем в другом месте. Она вот тут прямо налетает на маму. Девушка зафиксировала побои в травмпункте. С ее слов, явных причин для конфликта с остальными жителями у их недруга нет. Это же мы спросили у Ольги Чемчуговой, которую обвиняют в оскорблениях и побоях. Вы шокерами налетаете на меня. С баллонами. Любку долбили. Мама твоя, Любка. Этот, папа твой долбил этого самого. Антона. Нету, нету. Слава богу, что нету. Меньше шизофреников. Но сама ты шизофреничка. Ну, дальнейший выход. Иди покорми детей своих. Положение-то выход какой есть. Неужели дальше ругаться будет? Детей покорми, говорю. Тебе мужик не работает. Материнский капитал свой. Получи и покорми детей. Ради мужика. Вот вы свою точку зрения все-таки сможете пояснить? Ой. Вас зовут Бута. Вас зовут Бута. Вам делать нечего. Они в газету он бегали. Жареные факты. Мы побеседовали с еще несколькими жителями соседних домов. Они также категорически настроены против своей соседки. А что они говорят? Маленько с головой не дружна, да и все. Давно этот конфликт длится? Давно. Конечно, уже дети маленькие были. Еще дети маленькие были. Что шокером бегают здесь, что с камнями. В конфликт вмешалась полиция, но жители жалуются на пассивную позицию участкового. Кроме того, пострадавшие обратились в аппарат уполномоченного по правам человека. Ну, как бы там ни было, без доброй воли конфликтующих огонь маслом не погасить. Валентин Санжиев, Намсарай Намсараев, Евгений Павлов. Новости дня.